Ну что же, продолжим наш эфир на Собашковской площади. Что же здесь происходит? Из Александровского сада сюда продвигаются колонны выпускников из разных городов. Вполне возможно, что даже из разных регионов наших необъятной родины. Все они сбираются лишь в одно место, в Государственный Кремлевский дворец. А здесь у нас на Собашковской площади происходит вот что. Можно сфотографироваться с ретро-автомобилями и, конечно же, с золотой рамкой выпускник 2012. Это фото не обязательно, но желательно. И, наверное, за сегодняшний день, за несколько часов, не было ни одной школы, которая проигнорировала бы эту прекрасную рамку, потому что когда ты стоишь в этой рамке за твоей спиной, не что-нибудь там, а самый настоящий московский Кремль. Итак, это главный выпускной страны, который носит официальное название «Вторая всероссийская премия «Выпускник 2012». Также здесь, на Запашковской площади, все выпускники могут получить памятные сувенирные медали. Памятные медали только здесь и больше нигде вам сегодня их никто не раздаст. А здесь вы их сможете смело получить. И это, наверное, дело для тех людей, которые сопровождают делегации выпускников, для классных руководителей, директоров школ и так далее. Именно на Сапожковской площади вы получаете сувенирные памятные медали. И небольшой анонс того, что же будет происходить далее. После Сапожковской площади вы движетесь по Троицкому мосту в направлении Кремлевского дворца. Троицкий мост, там должна вас ожидать ковровая дорожка и ведущий канала МУЗ Арик Челмакова, Слава Манучаров. Также в Государственном Кремлевском дворце есть несколько площадок, которые уже давным-давно работают для вас, выпускники. Итак, гербовое фойе Кремлевского дворца, программа «Мы таланты», паркетное фойе, программа по обучению вальсу и другим танцам, а также в малом зале Кремлевского дворца караоке. Огромное количество подарков и призов. Все это сегодня на протяжении всего вечера, всей ночи и даже, наверное, всего утра. Что еще сказать? На основной сцене Кремля сегодня для вас самые любимые, самые известные артисты нашей страны. Дима Билан, Митя Фомин, Дмитрий Колдун, Сати Казанова, Иракли, Нюша, Доминик Джокер, Five Star Family, дискотека «Аварии» и другие на Красной площади. Всю ночь до самого-самого рассвета, который все будут встречать с дискотекой от DFM. В общем, медальки получать памятные здесь, на Сапожке. Фотография в рамке. Выпускник 2012 здесь, на Сапожке. И фото на память о ретро-автомобиле также здесь. Ну а потом все на Троицкий мост и вперед в Кремль. This is Park! Школы, номер, к сожалению, разбить здесь пока не могу. Мы рады приветствовать вас на Сапожке, так называемую Сапожковскую площадь Московского Кремля. Что здесь происходит? Здесь мы фотографируемся с ретро-автомобилями, фотографируемся в рамке «Выпускник 2012», где за вашей спиной будет Кремль. Здесь можно получить памятные сувенирные медали. Вот уже люди подходят и спрашивают, где же раздают медали. Лена, кстати, а где раздают медали? Вот здесь около буковки М, что символизирует метро, раздаются памятные сувенирные медали для выпускников. Имеется в виду сопровождающие лица, то есть классные руководители, учителя, директора и так далее. Медали получить можно около метро, вот так вот. В московском метро можно купить абсолютно все, даже медали. А вот, ну и, собственно, после Сапожковской площади, когда вы получили медали, сфотографировались везде, где только можно, вы отправляетесь через Троицкий мост. Мост здесь один. Отправляйтесь в Государственный, а не какой-нибудь там, Кремлевский дворец, где вас ждет самое большое и основное шоу, главный выпускник, сокращенно можно сказать его даже так, главный выпускной вечер страны. Еще несколько слов о тех площадках, которые уже работают в Кремлевском дворце. Гербовое фойе Кремлевского дворца, программа «Мы таланты». Паркетное фойе, школа по обучению вальсу и другим танцам. Малый зал Кремлевского дворца, караоке.
всю ночь дискотека и в Крымском дворце основной большой концерт с нашими самыми любимыми артистами. Площади. Здесь вы фотографируетесь в нашей большой рамке золотистой выпускник 2012, где за вашей спиной будет Кремль. Также у нас есть большая красивая выставка ретро-автомобилей. Самое главное, что забыл сказать, именно здесь, на Сапожковской площади, вы можете получить памятные сувенирные медали. Медали выдают в районе буковки М, что означает метро. А вот здесь можно получить медали у каждого выпускника, который сегодня здесь на самом главном выпускном вечере страны, будет своя золотистая красивая медаль. Еще несколько слов о том, что вас ждет после того, когда вы покинете Сапожковскую площадь и пройдете через Троицкий мост и Государственный Кремлевский дворец. Там вас ждет основное действие и, конечно, прекрасная ковровая дорожка и, может быть, какого-то другого цвета будет, где вас встретит ведущий канала МУС Рита Челнокова и Слава Манучаров. Опять-таки ваши любимые артисты: Дима Билан, Мисс Фомин, Дмитрий Колдун, Сати Казанова, Ирак, Ленюша, Доминик Джокер, Пайпсу Фэмили, Дискотека Авария и многие другие артисты сегодня будут поздравлять вас с вашим прекрасным праздником. Также на Красной площади всю ночь будет дискотека от радиостанции ZFM. Лучший диджей, лучшая танцевальная музыка и только для вас и всю ночь до самого-самого рассвета. Итак, Сапожковская площадь, фотосет в рамке, с автомобилями можно сфотографироваться и, главное, получить медаль «Выпускник 2012». Медали вы получаете также здесь, на этой площади, а потом через Троицкий мост в Кремлевский дворец. We'll be right back.
know what it is. It's a one-way ticket to fun. I wanna see everybody, let's go. Выпускников 2015 года в Кремле. Ну что ж, напомним еще раз. Красная или какого-то другого цвета, мы до сих пор не выяснили, какого цвета там дорожка на Троицком мосту, где встречает ведущий канала МУЗ наших выпускников Рита Чумакова и Слава Мудучаров. А далее ребята проходят в Кремлевский дворец, где уже работают несколько площадок. Нербовое фойе Кремлевского дворца, программа «Мы таланты», паркетное фойе, школа по обучению вальсу и другим танцам. И в малом зале Кремлевского дворца караоке уже работают. В общем, есть чем заняться, есть чем развлечь себя. Здесь, на Запашковской площади, все выпускники получают медали, фотографируются и проходят через Троицкий мост Кремль. Почувствуй себя Сергеем Левым, как называется. Поставь в Багдаде все спокойно, или что-нибудь Кармен. Вообще класс, Кремль собрал. Такие разогнал. Получил, сфотографировался. Тогда, если выпускники нас слышат, которые находятся внутри Кремля, за его стенами, с праздником, выпускники 2015 года.
Где угодно. Главное, это рамочка золотистая с надписью «Выпускник 2012». И, конечно же, ретро-автомобили шикарные у нас здесь есть. И именно здесь, на Сапожковской площади, все выпускники получают памятные сувенирные медали. А затем проходят и через Троицкий мост. Куда? Правильно, в Государственный Кремлёвский дворец. Памятные сувенирные медали, а затем через Троицкий мост вы отправляетесь в Государственный Кремлёвский дворец, где вас, уважаемые выпускники, давным-давно уже ждут. Диджей Спарк набрал всех поклонников по ту сторону баррикад. Спарк, давай! Если уж не Кремль, тогда хотя бы пускай попляшет Маховая, правильно? Sad.
которые собирались прибыть сегодня в Кремль уже на месте. Еще раз напомню, что именно здесь, в Кремле, как обычно, происходит самый главный выпускной России. Общее название этого мероприятия звучит именно так. Вторая всероссийская премия «Выпускник 2012». Огромное количество площадок из героев Кремля. Все наши самые любимые артисты поздравляют выпускников 2012 года с этим большим-большим праздником, окончанием школы. В добрый путь, друзья! А вот прибыли выпускники из лимузина, выходят девочки, которые, к сожалению, почему-то не попали в Кремль, но очень бы хотелось. Мы на главном кремлевском выпускном поздравляем не только тех людей, тех выпускников, которые прибыли сюда, в самый центр Москвы, но и вообще всех выпускников, которые в 2012 году закончили школу и теперь по праву считаются взрослыми людьми. О, боже мой, кого мы видим? Виктория Фанина и Артем Привольный. Он же Привольный, он же Подулин. Вот и, собственно говоря,
те выпускники, которые уже познали почему-то к нам. Ну, добро пожаловать, ребята, за Московскую площадь Кремля, ура! Приехали, все равно вовремя. Мы здесь получаем памятные сувенирные медали о том, что вы выпускники прекрасного 2015 года. Фотографируемся в гигантской золотой рамке с надписью «Выпускник 2012». Ретро-автомобили также вашему, я не знаю, фотографическому вниманию, наверное, не проходите мимо. Главное, медали, фото, рамка. Все здесь и затем по Троицкому мосту проходите не куда-то там, а в Святая Святых, значит, на огороде, в Государственный Кремлевский дворец, где вас давным-давно уже ждут. Or at least it seems. With brown cuckoo skin and curly black hair, it's just the way he looks at me, that gentle loving stare. Finally, you come along the way I feel about it. Just give me a push, boy. Здесь у нас на Башковской площади. Вы, уважаемые выпускники, фотографируйтесь. У нас есть гигантская рамка, красивые ретро-автомобили. Получаете здесь медали. Прекрасные сувенирные памятные медали о том, что именно вы являетесь выпускниками 2012 года. А затем по прекрасному красно-кирпичному Троицкому мосту проходите в Государственный Кремлевский дворец, где вас давным-давно уже ждут все ваши самые любимые артисты и будут на протяжении всей ночи вас поздравлять всяческими способами. Ну и самое, наверное, интересное для вас не только концерт, а дискотека на Красной площади до самого-самого рассвета от радиостанции DFM. Ну и дабы всем не пустовало, спасибо вам, что есть артисты, которые сменили нашу гоу-гоу поддержку вот таким вот артистическим этюдом. Напомним, здесь главное препатчи главного выпускного страны Самарковской площади, Александровский сад, Московский Кремль. Вторая всероссийская премия «Выпускник 2012». Государственный Кремлевский дворец, где вас ждет основное действие главного выпускного страны.